зафиксирую. Это вроде у нас получается как такой информационный уже документ есть. Значит, смотри. Funny Mushroom, Белоруссия, или там Беларусь, или там еще что-то. Я абсолютно тебе вот по факту, вот как юридически, что я не имел бы никаких претензий, если бы ты делал, например, такой канал в Белоруссии. Как с ним работать, что с ним работать, со временем я тебе немножко это все дело расскажу. Вот. О реферальной системе, то, что ты хотел вот все мне задать вопрос, там, как там миллион поделить на двоих. Вот все я тебе расскажу со временем. Ну просто, вот эта тема, которая уже на данный момент, она уже сделана. И с ней будет работать нам намного проще. Вот так что тебе, для того, чтобы это все сделать, сходи, куда ты там должен сходить, сделай то, что ты должен сделать, потом приди, сделай себе аккаунт в Гугле. Тема свободна, Funny Mushroom Белоруссия. Ну, как называется вот мой канал, только, например, будет не Латвия, например, Белоруссия. И уже мы по факту имеем, смотри, Украина. Канал мой уже есть. Не, ну я очень рад за тебя. Значит, смотри, и у нас получается Украина, Белоруссия, Латвия. И у нас уже вроде получается, если каким-то рабочим вопросом, мы уже можем в этом диапазоне по дорожке сэкономить время, поработать, пообщаться и все такое вот позамутить. А тут даже часовой пояс совпадает. Да, и часовой пояс совпадает. И тем более в Латвию где-то я собираюсь в ближайшее время, потому что действительно в Латвии машины очень целесообразно покупать, недорого называется. Вот. То есть там купить, сюда приехать, там чуть у нас какие-то законы сейчас еще поменяются, немножко евросоюзные, это будет вообще классно. И то есть получается у нас уже такой как бы коридор западной там Украины или как она, Восточной Европы. Вот, я тебе к чему веду. То есть поднять с нуля какой-то канал, я тебя не пугаю, не расстраиваю, просто я тебе объясню, что это на грани, сейчас на грани фантастики, тем более нужно обладать какими-то безграничными какими-то харизмой и не знаю даже чем, для того, чтобы сейчас уже в Ютубе научиться что-то поднять. Вот. Значит, ты понял мой совет, да? Я думаю, что ты примешь. Ленка, да. Все, окей, до встречи. Да, добрый.